целях проведения профилактических мероприятий, а также исключения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 силами главного управления в местах массового скопления людей проводится дезинфекция. В частности, сейчас у нас проводится дезинфекция прилегающей территории железнодорожного вокзала города Благовещенска. В соответствии с решением оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции на территории Амурской области создан график, в соответствии с которым данное мероприятие проводится повсеместно. И если что-либо, то есть у пассажира выявлена повышенная температура, а в пути следования начальником поезда будет приняты меры для вызова врача непосредственно через машиниста, и уже непосредственно врач оценит эту ситуацию, то есть, потому что с признаками ОРВИ, да, теперь у нас и коронавирусной инфекции, да, вот в связи с этим мы как бы обязаны все эти меры принять. Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда. Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода. Я вспоминаю все сначала, давно убрали трав.